Всем привет! Друзья, товарищи, пока курс рубля укрепляется, так и должно быть. Пока он укрепляется, я решил спросить у Таро, как будет складываться ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире в текущем 2021 году, в будущем 2022 году и в 2023. Уйдет ли сам вирус или он будет побежден людьми? В мире. Как будет складываться ситуация с этим вирусом в мире, а не конкретно в какой-либо стране, государстве? В мире. Запомните это. Прогнозов сейчас много по этой пандемии. Астрологи утверждают, что любая эпидемия длится не больше 2 лет. Возможно. Может и так. Все возможно. Мы с хомяком Старо работаем меньше года, но уже есть результаты. Хорошие результаты. Вы в курсе, если смотрите все наши ролики. Кто что пропустил, обязательно посмотрите. Итак, для получения ответов на свои вопросы выбрал колоду Таро «Колесо года». «2021 год. Как будет складываться ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире в текущем 2021 году?» Попросил показать 3 картами. Пришли 3 мечей, 18-й старший аркан Луна плюс туз мечей. Карты рабочей колоды я никогда не показываю и вам не советую. Делаю их фото в интернете и размещаю себя на страничке ВКонтакте. И на этот раз также поступлю. Под моим видео, под этим видео, ВКонтакте, на моей страничке, найдете изображение всех карт. 3 мечей. Описание. Листья еще лежат на земле, но судьба их неизбежна. Пройдет немного времени, и они превратятся в прах. 3 меча в форме руны. Хагалас на А. 3 меча в форме руны Хагалас пронзают землю. На рукоятках мечей, словно на страже потустороннего мира, сидят 3 птицы. Филин, ворона и сова. Спутники греческой Афины. Богини мудрости и войны. Посланцы из мира духов. Картина пропитана темой умирания. Хагалас – руна разрушения. Связана с природными силами деструкции, разрушения, разложения, расторжения, разрыва с энергиями стихий. События по карте. Неприятности, горькое известие, крушение планов, разочарование, потери. Опасные болезни, которые требуют обязательного лечения. Следующая карта – Луна. Это уже старший аркан. Луна переменчива, она часто меняет обличие, значит и влияние. Общее значение – тайна, загадка, непонимание, самообман, иллюзорность, неумение различать явь и грезы, заблуждения, ошибки воображения, страхи и их преодоление. По Луне еще часто идет неверное оценивание ситуации. Проблемы с постановкой диагноза и назначением правильного лечения. И 3 карта – туз мечей. Общее значение – вынашивание планов, необычные идеи, четкое понимание цели, прояснение ситуации через ее осознание, понимание истинной картины происходящего, распознавание, умение различать. Что касается здоровья, в текущей болезни – момент прояснения ее дальнейшего развития.
Чаще всего постановка неприятного диагноза, который нужно принять и учиться жить дальше. На мой взгляд, Таро «Колесо года» идеально описало ситуацию с коронавирусом в мире на текущий 2021 год. Кто не понял, еще раз прослушайте. 5 минут. Еще раз прослушайте. У людей по всему миру сейчас такая каша в голове. Занимаются самообманом, напридумали себе, настроили огородов, налицо неверное оценивание ситуации. 2022 год. Мне понравились карты, которые пришли на 2022 год. Супер. Супер, друзья, товарищи. Как будет складываться ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире в 2022 году? 21-й старший аркан – мир. 9-й старший аркан – отшельник. Плюс тройка пентаклей. Все. Победа. Конец. 21-й старший аркан – мир. Трактовка. Завершение, окончание чего-либо, успех, абсолютная и долговременная победа, радость и благополучие, проживание в одном событии всех этапов развития, от страха начинания до полного завершения и удовлетворения. 9-й старший аркан, отшельник, уход, опыт плюс знания, собственный путь, обретение истины, умение видеть суть проблемы, нахождение истины, долгие поиски ответов на вопросы, дальновидность, самоанализ и размышления. Тройка пентаклей. Хорошо сделанная работа. Кстати, пентакли второй – это не только деньги, но и здоровье тоже. Тройка пентаклей. Высокое качество работы, профессионализм, мастерство, совершенное владение всеми необходимыми инструментами, значительное улучшение ситуации или результата. По здоровью. Тройка пентаклей. Хорошее здоровье, которое человек постоянно укрепляет, принимает профилактические меры, поэтому болеет крайне редко. Выздоровление очевидное. Что в итоге получается? 2022 год. Завершение пандемии. Через опыт, плюс знания, плюс хорошо сделанная работа. Совершенное владение всеми необходимыми инструментами, плюс профилактические меры. Таро четко показала, каким образом будет побежден этот вирус и когда именно. В 2022 году. Руками человека, получается, он будет побежден. А что конкретно это будет, сложно сказать. Поголовная вакцинация, возможно, ослабит вирус, возможно. А может, коллективный иммунитет будет выработан. Возможно, новое лекарство создадут. И этот вариант тоже возможен. Хорошо сделанная работа. На 2023 год я не хотел открывать карты, и так все ясно, в принципе. Но все-таки решил посмотреть. Шестерка жезлы, плюс четверка чаш, плюс десятка пентаклей. Шестерка жезлы – победа, достижение цели, успех, радость, праздник, торжество. Четверка чаш – апатия, скука, тоска и вялость. Огорчение, разочарование, уныние и подавленность. Возможно, также уединение. Десятка пентаклей. Любая десятка второ, запоминайте, любая, может говорить о завершении чего-либо. Десятка пентаклей. Достижение успеха и обретение богатства, безопасность, стабильность и комфорт. Ощущение защиты и поддержки. Устойчивое положение. Что в итоге получаем на 2023 год? Старших арканов нет. Они на 2023 год не пришли. Кто-то празднует, а кто-то огорчен, разочарован.
У кого-то победа, а у других подавленность и уединение. Вообще шестерка жезлов плюс четверка чаш – это вопросы, требующие коллективного решения. Может, в 2023 году в некоторых странах снова этот вирус даст о себе знать. Но совместными коллективными действиями ситуация придет к десятке пентаклей, к завершению. Небольшие вспышки в 2023 возможны, но они будут быстро подавлены совместными коллективными действиями. 2022 переломный, однозначно. Два старших аркана пришло. Переломный однозначно. Скорее всего, лето-осень. Хорошо сделанная работа. Человек победит этот вирус через необходимые инструменты. Придет победа в завершении пандемии. Небольшие вспышки в ряде стран будут еще в 2023 году. Небольшие вспышки. Вот такой расклад. Оспу победили в свое время. Полиомиелит тоже. Свинка, корь, краснуха, столбняк и даже коклюш. Дифтерия, гепатит А. В 2011 году было объявлено об искоренении чумы крупного рогатого скота. Последний случай зафиксирован в 2001 году. Чума крупного рогатого скота стала второй после оспы болезнью, которую удалось полностью уничтожить. Люди все забыли, друзья, товарищи, люди все забыли. Многие все забыли напрочь. Сколько было болезней, эпидемий до коронавируса. Все забыли. Свиной грипп, птичий. Как будто ничего этого не было. Знаете, чем мы с хомяком отличаемся от других тарологов? Мы не говорим вам всем то, что приятно вашему уху. Мы не собираемся вместе со многими из вас заниматься самообманом и искать то, чего нет на самом деле. Не нужно искать заговор там, где его и близко нет. Нужно правильно трактовать карты. Нужно говорить то, что они реально показывают, а не идти на поводу у толпы ради увеличения количества подписчиков. У толпы нет разума. Тарологи – хорошие психологи. Понимаете, о чем я вам всем говорю? Хорошие психологи. Они соглашаются с толпой. Ради каких целей? Я уже вам сказал. Ради увеличения количества подписчиков. Что здесь непонятного? Какой версии сейчас придерживается толпа? Правильно. Все в курсе. Заговор. Ну, конечно же, это заговор. С целью чипирования всех подряд. Слышь, хомяк, и тебя тоже хотят зачипировать. Ну, это же, ребята, полный бред. Люди вот реальные фантазеры. Пишите сказки. Только боюсь, что никто их читать не будет. Никому они не будут интересны уже в следующем, 2022 году. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо, друзья.